Традиционное августовское совещание педагогов в этом году проходило в новом формате. Каждый регион обсуждал свою тему. В Атырау она была посвящена созданию безопасной среды для детей. В регионе планируют открыть центр, где с детьми будут работать опытные психологи. Справедливый Казахстан, качественное образование, честное поколение, успешная нация. Под таким девизом проходила в этом году августовская конференция. Атырауские педагоги обсудили важную тему создания безопасной среды. Буллинг, вымогательство и другие случаи насилия среди подростков тревожат общественность. В регионе реализует ряд пилотных проектов, нацеленных на профилактику и искоренение таких правонарушений. Сегодня разрабатывается несколько программ по созданию безопасной среды для детей. Например, в 7 регионах республики работают специальные психологические центры по профилактике агрессивного поведения среди подростков. Данный вопрос поднимал на совещании аким области. Открытие такого центра станет эффективным проектом для Туралского региона. Приятной новостью не только для школьников, но и учителей стало сокращение учебного года. Он завершится, как и раньше, 25 мая. Дети – наше будущее. Для подрастающего поколения важно создавать безопасную среду. В этом году нас ждет много новшеств. Мы рады, что реализуются программы для поддержки учителей. Одна из них – предоставление жилья. На встрече озвучили и нововведения, связанные с аттестацией учителей. Напомню, ее полностью переводят в автоматизированный формат. Обсудили и вопросы дефицита ученических мест в школах, а также подготовку кадров. Алия Магомбетова, Жолдос Кайрат, Казалейла Ауэсова, Атырау, Шибекжола.